Ведь не может это правдой. Пускай меня привяжут к лошадиному хвосту, пускай меня на месте гром и молнии убьют, если я вам вру, сеньора. Я узнала от Беларда, позвала Фелисиана в сад его сегодня ночью. Будет ждать его в беседке. Неужели она решилась стать любовницей его? Спит и видит только это. Что за низкое желание для сеньоры благородной? Но ведь мне ж грозит бесчестье. Станет думать он, что я с ним была сегодня ночью. Еще бы! Он уверен, что в него вы влюблены. Если слух распространится, что в связи я с Вандолино, так меня ж позор покроет. Вашу честь она погубит, но зато свою спасет. Нет, сестра меня не знает. Я сумею помешать ей. Ты скажи, ответ прислал? Нет, она ответа ждет. А когда у них свидание? В полночь велено прийти. Ступай, пришли ко мне, Альберто, а сама ты будь на страже, не останусь я в долгу. Не надо мне награды, я всегда за вас стою. Мне всего дороже честь. Я не дам себя в обиду. Из беды с победой выйду. Я вас тревожу, дорогая. Не смел бы беспокоить вас, когда не личный ваш приказ. Пришел его я исполняя. Вот вам ответ. С ним вместе шлет свою любовь и поклонение. Мой Бог! Какое оскорбление! Как отомстить? Вот, вот. Что вот, значит? Вот. Я в негодовании. Подумайте. Узнала я, что нынче в ночь сестра моя ему назначила свидание. Ну да, это так. Он думать смеет, что это я к нему пойду и на свидании в саду сегодня мною навладею. Да он неминуемо узнает, кто был в объятиях его. Ну, честь моя не допускает и подозрения одного. И если ты не понимаешь, как горько я оскорблена, твоя любовь ничтожней сна, и чести ты совсем не знаешь. Я? Альдемар из Лерин-Алькальд, почтенный мой отец, высокой чести образец. Хоть замок наш одна руина, наш род был знатен и богат, теперь вон только знатен, но честь и долг всегда мне свят. На нашем имени нет пятен. Я Альдемар из Лерина. За вашу честь я постою не менее, чем за свою. Даю вам слово дворянина. Так помоги мне как-нибудь. Вот мысль. Что-что? Постой немного, я знаю как. Ну, ради бога, скажи скорей. Я вижу путь. Он пишет ей так по письму, что ночью он возьмет преграду, и, перебравшись за ограду, он будет ждать ее в саду. Но помешаю мы их плану. Мы ей письмо передадим, но заменив его другим, в котором мы напишем, что он в сад ночью выйти не решится, что погубить ее страшится, придет же только под балкон. Понятно? И Фелисиана пусть ждет его хоть до утра, а он пусть ждет Фелисиану. Так и дождешься ты, сестра, героя своего романа. Спасти ее, мой долг святой, чтобы нашу честь не запятнал. Я во что бы то ни стало, спасу я от нее самой. Ступай, пиши. Да без сомнения, для нас иного нет пути. Ведь если надо честь спасти, ложь бывает во спасение. Сеньор! Так завтра, если вам угодно, поедем уток мы стрелять. Сейчас в природе благодать. В лесу и поле превосходно. Ну что ж там нового? Весна. Полна цветов и упоения. Хотя с той весной, что здесь, сравнение не может выдержать она. Вот это комплимент на славу. Как вы галантный, милый зять. Да. Пойду скорее сестру позвать, любезности ее поправлю. Письма какого-то клочки.
Кто любит, тот ревнует. Мысль о жене меня волнует. Но, может быть, все пустяки, письмо совсем не к ней, быть может. Но все-таки хочу собрать я клочки письма, чтоб их прочесть. Как сделать, чтоб мой тесть не видел моего занятия? Сеньор мой, из окна кареты, когда въезжали в город мы, среди вечерней полутьмы, вы не заметили кометы? Кометы, говоришь ты? Да, на небе в зареве багряном, когда окружена туманом, вставала странная звезда. Да вот она. Стоит, блистая, на синем бархате небес. Не правда ли, чудо и чудес? Как птица рая золотая. Комета! Mm-hmm. В том сомнения нет. Так знаю, источник их происхождения, да. Как Аристотель учит нас, сухой горючий некий газ земных вулканов порождений. Старик отлично занялся. Как много тайны! Небеса хранят в сияющем эфире. Среди других небесных звезд комету отличим легко мы. Установили астрономы в ней голову, ядро и хвост. Да, хвост я вижу. Как известно, хвосты бывают трех родов. Я слушать вас всю ночь готов. Сеньор, так это интересно. Не лучше ли наблюдать с балкона? Охотно поделюсь с тобой, что знаю всем, и расскажу немало. Но погоди, схожу сначала я за подзорную трубой. Хвосты бывают трех родов. Ну вот ушел. Теперь могу проверить, что мне удастся здесь прочесть. Дрожать ли за свою мне честь, оплакивать ее потерю? Любовь моя. О. Я приду. Уже к моей жене записка. Нет, это подозрение низко. Другой клочок. В полночь в саду. Еще клочок. Я твой всецело. Клочок побольше. Так любить, как я, нельзя. Ну, может быть, всему виновницей Флорелла? Я убедиться должен сам, кому любовное послание. Подстерегу в саду свидание. Поверю лишь своим глазам. Бумага порвана в клочки. И честь разорвана на клочья. Но все узнаю в эту ночь я. О, роковые лоскутки, что вы храните так коварно? Спасенье или гибель мне? И уничтожили вас в огне? Или сохраню вас благодарно? Любая буква, точка, штрих. Шепчут о моем позоре. Терпение. Я узнаю вскоре, что для меня таилось в них. Довольно ты письмом моим. Не изменила бы ни слова, но уж не слишком ли сурово мы издеваемся над ним. Ему урок хороший нужен, чтобы скромнее был он впредь и не мечтал бы овладеть прекраснейшей из всех жемчужин. Она твоя, учитель мой. О, дорогая ученица, действительно могу гордиться. Я ученицей такой. Да, милый, с первого урока я все усвоила вполне. Флорелла!
Я как в сладком сне. Умчались горести, далеко забылись безумные мечты. Но одного теперь молю я. Чего же, Нина? Поцелуя. О, слишком много хочешь. Ты... А, если бы ты меня любила. Отказов не услышал я. Смиренная мольба моя тебя, я вижу, оскорбила. И вижу я в невольном страхе, что слишком высоко взлетел, упасть на землю мой удел и пред тобой лежать в опраке. Но ты же снова можешь выйти меня поднять. Я умоляю, прости. Встань, я тебя прощаю, но так высоко не стремись. Нет, мне не прикословь, и мне открой свои объятия. Мне открой свои объятия. Тебе не в силах отказать я. Моя любовь. Моя любовь. Глазам не верю, вот так славно. Она в объятиях у него. Нас увидали. Ничего. Со мною в такт скользите плавно. Теперь позвольте ручки снять. Теперь вы повернитесь вправо. Я поняла вас. Право, право. Что это? А, Фелисена. Теперь ко мне прошу опять. Сеньора, выше всех похвал. Меня совсем очаровал ваш танец. Что это? Сардана. А. Прелестный танец. В нем весьма разнообразные фигуры. Еще не все прошли мы туры. Флорелла, как насчет письма? Оно в моих руках. О, Боже, ты уж прочла? К несчастью, да. Что это значит? От стыда чуть не сгорела я. Ну что же, Флорелла прочитать мне дай. Его письмо мне непонятно. С ума сошел он, вероятно. Давай скорей. Ну что ж, читай. Сеньор, я бесконечно признательна за ту милость, которую вы соблаговолили мне оказать. Вы в один день мне даете то, что и через 100 лет показалось бы мне несбыточным чудом. Я хочу видеть вас, мою будущую жену, а не любовницу. И потому не ждите меня в саду. Я приду только под балкон, чтобы насладиться беседой с вами, как прошлой ночью. Храни вас Бог и так далее. Писать тебе так равнодушно, а за то, что я... любовь мою ему всецело отдаю, безумию своему послушно. Наглец! Злодей! Изменник он! Такой ли я достойна платы? Забудь о нем, сестра! Куда? Куда? Конечно, на балкон! Ух, разъярилась, как тигрица! Да-да! Хочу я только одного, чтобы как следует его отделала моя сестрица. Но нет, напрасен твой расчет, не сбудется твое желание. Ведь он же ждет в саду свидания. Она же на балконе ждет. Упустила я из виду. Но он ведь так прождет всю ночь. Его отправить надо прочь, как я из положения выйду. Вот что. Ты в сад к нему поди, сама ему скажи 2 слова. Будь с ним спокойно, но сурово и хорошенько пристыди. Тем временем я подоспею с Беларды, с другим лакеем. И я ему тогда задам, пускай не бродит по садам. А если нападать он станет, мой милый? Вдруг тебя он ранит? Да нет, нас будет 3 там, но шпагу я возьму и сам. И так пойду я в возмущении читать ему нравоучения. За шпагу я отправлюсь. Ты мой? Я твой. Моя? Твоя? Хвосты бывают 3 родов. Туманные, мутные, неровные
Старик с балкона наблюдает небо, прозрачное стекло трубы подзорной. Я же в стекла темной ревности своей пришел смотреть на рог луны. Растет или убывает сила подозрения? Любовь, любовь. Один мудрец недаром изобразил любовь с таким девизом. В любви всегда согласие и лад. Но букву зачеркнуть, и выйдет ад. Я в обитель красоты. Примите же мое благословение, ночь, сад, фонтаны, звезды и цветы. Весенний воздух вздохами волнует, фонтаны сыплют чистый жемчуг струй. Наступит миг, и страстным поцелуем ответит мне она на поцелуй. Так я был прав. Теперь он в западне. Зеленые цветущие деревья нашли приют во сотни певчих птиц. Что? Что соловей споет мне о Флореле? Флорелла, он сказал. Какое счастье! Но обманулся, может быть, мой слух. Я выжду. Надо убедиться. Идут. Ваш верный раб. Как вы решились на такую дерзость? Как дерзость? Вы же сами написали, чтобы на свидание я пришел к вам в сад. А вас обманули. Я вам не писала. Я не из тех, кто подает мужчинам подобный повод их не уважать. Сеньора, совсем не так со мной вы говорили вчерашней ночью. Ночью? Ну, берегитесь, и тут обман. Обман? Что это значит? Какая-нибудь дерзкая дуэнья задумала над вами подшутить. Я с вами никогда не говорила. О, снова ревность сердца пробудилась. Сеньора, вы хотите испытать мою любовь? Какое испытание? Как мрамор холодно мое к вам сердце. Да если бы я не знала и не видела, что вы обмануты, ослеплены любовью, я никогда бы не простила вас. Моя невестка, ангел чистоты. Проклятие вам. Записки и романы, служанки, слуги, окна и балконы. Любовный шепот, нежность, дочи, стоны, цветы, деревья, звезды и фонтаны. Проклятье! Час у первой нашей встречи!
Проклятие вам, обманчивые речи! Проклятие безумью моему! Проклятие моей ненужной страсти! Ой, сердце разрывается на части. Уйди, уйди в небытие, во тьму! Ушел. И постарается, наверное, скорее забыть о том, что здесь случилось. Но справилась я с ним и без Альберта. Теперь могу свободно я уйти. Видал ли кто подобные дела? Девицы добродетелью блистают и подают пример замужним дамам. Еще письмо! А это от кого же? Опять идут? Что же делать? Снова спрячусь. Где вор? Где разбойники? Откуда? Да, вероятно, в суматохе после свадьбы решила злоумышленников шайка проникнуть в дом. Да будь смелей, Корнета! Ой, меня так и трясет от страха. Да разве нет оружия? Да какое там оружие, когда у каждого разбойника, наверное, с собой палаш и несколько мушкетов. Белардо, вот один из них. Задай ему как следует. Задам, я славную дубинку захватил. Все подробно, Флорел. Мы за разбойников считали вас и заплатил. По-вашему, я счет. Торнеко! Торнеко! Не бойся! Кто же это? Тебан, новобрачный. Синьор! Как нравится вам ваши силачи при нас сюда! Нет жуликам дороги. Стревожьте весь дом. Спайся! Я вытерпел бы вдвое, чтобы убедиться в верности жены.
Вы приказали мне прийти? Чем милость заслужил такую? Сеньор, немало я рискую. Ведь мы живем здесь взаперти. Пришлось довериться Лисене, ах, как зависимо от слуг. Но я должна была, как друг, предупредить вас об измене. Измена? Но кому и чья? Сеньор, здесь ваша честь задета. Скажите, вы писали это? Сеньор, нет. Клянусь, не я. Как смел бы я. Письмо подложено, не понимаю ничего. Альберто нам принес ее от вас. Альберто? Невозможно. Вот почему она вчера была со мной так жестоко. Оскорблена была глубоко запиской этой сестры. Я в жизни никогда бы не дал подобного ответа ей. Меня Альберто, значит, предал. Да, без сомнения. Злодей, а за что, зачем? Ясна причина. Он сам влюблен в сестру мою. Ах! Несчастный! Ну, я ж его убью. Нет, нет, не надо, Вандолина. Вы репутации сестры таким поступком повредите. Нет, жизнь его вы пощадите и потерпите до поры. Сама управлюсь я с танцором, он потанцует у меня. Не позже завтрашнего дня он будет выгнан прочь с позором. Мой долг повиноваться вам. А ваше счастье я устрою. Сама поговорю с сестрой и вам ответ ее отдам. За милость бесконечную такую. Позвольте руки вам расцеловать. Нет, я могу уже вас братом звать. И потому вас просто расцелую. А, в этом поцелуе сладкий я. Что с вами? Голова вдруг закружилась. И так иду. И возвращусь назад с письмом ее. А если бы случилось, что спросит кто-нибудь у вас, зачем вы здесь, то отвечайте смело на это, что у вас к Альберто дело. Я слушаю. Я возвращусь сейчас. Как мячиком судьба играет мною, от радости к отчаянию кидая. Позавчера я был у двери рая, вчера я встретил холод ледяной. Сегодня вновь надежда луч сияет. Что будет завтра, знает только Бог. Скоро ли конец моих тревог? Или снова перемена угрожает? То горем, то любовью я томим. Как этот груз своей души я скину? Право, золотую середину я предпочел бы крайностям таким. Гнедой чуть не понес меня. Его взнуздали слишком туго, и трет бока ему подпруга. Живей, переседлать коня! Что значит это посещение? Забрался с ранних пор. Чему обязан я, сеньор? За мой визит прошу прощения. Помилуйте. Мой дом ваш дом. Сеньор, вы так любезны, я сконфужен. Альберто мне по делу нужен. Ох, мы его сейчас найдем. За ним пойду я. Ради бога, допустить я не могу. Во мне вы видите слугу. Сеньор, любезностей так много. Нет, слишком мало, чтоб вам я выразил свое почтение. Сеньор, я чувствую смущение. Вот, сюда идет он сам. Альберто, друг! Сеньор, привет. Я за тобой пришел. Будь другом. В чем дело, я к твоим услугам? Необходим мне твой совет. Признаться, друг, я озадачен. Вчера урок ты мне давал, когда в саду я танцевал, дебют мой вышел неудачен. Ну и попал же я в просак. Представь, мне заявила прямо разочарованная дама, что я танцую. Все не так. Вот хочу, чтоб дело ты поправил. Ты был рассеян, может быть, и мог фигуры позабыть. Но я не отступал от правил. Я добросовестен всегда. В том поручиться можно. Альберто человек надежный. Не боится он труда. А? Да. Да, я в этом убежден глубоко. А как идут у вас дела? Жена учиться начала? Сюда и шел я для урока. Беда преследует меня. Мой муж вернулся слишком рано. Что значит, что ты здесь, Стебано? Пришлось переседлать коня.
А ты не видела? Сеньора. Сеньора, я имею честь. Привет, сеньор. Прошу вас сесть. Ни на минуту без надзора. Письмо отдать бы как-нибудь. Что это здесь лежит? Не вы ли, сеньор, бумажку уронили? Прошу, позвольте мне взглянуть. Их у меня полны карманы. Послание от прелестных фей. Моя, конечно. Вот злодей. Дон Вандалино, все романы, письмо отдам. Ну-ну, а той, кого своей назвать женой, надеюсь я, от вас не скрою. Да, как же назовешь? Постой. Разрешите попрощаться? Я выйду с вами. А, так идем. Поедемте со мной верхом. Хочу я в парке покататься. Посмотрим на прекрасных дам, коли разрешает вам супруга. Он будет под присмотром друга. Его вручаю смело вам. Уберегу его, сеньора, и в целости верну. Идем. Записка жжет меня огнем. В волнении жду я приговора. Сеньора, я прошу, начнем. Нет, не сейчас. Прошу, подите мне Корнехо позовите. Сюда? Да, здесь я буду ждать. Да, я все время жду чего-то. Хожу я, как во сне, в чаду. Я ночи страстно жду. Я жду ее бесшумного полета, часы докучные гоня. Пусть день становится короче, пусть станет сказкой этой ночи желанным счастьем для меня. Мои услуги вам нужны, сказал Альберто, что вы звали. А где он сам? Остался в зале. Чем занят? Сел чинить штаны. Корнехо, ты слуга надежный? Надеюсь, в том сомнения нет. Тебе доверю я секрет. Но ты не выдашь? Как возможно? Ну, чтобы никто и никогда, ты слышишь, не узнал об этом. Клянусь хоть перед целым светом. И так ты мне поможешь, да? Что вы не знаете Корнехо? Мне надо сбить с Альберто спесь. Уж слишком взял он волю здесь и загордился от успеха. Да, арагонский шалопай, бродяга, нищий и безродный. А как ведет себя свободно, подумать хоть не подступай. Учитель тоже. И Стромботу вчера хотел мне показать, так вот я должен вам сказать, что он не знает даже счету. Тебе ларец хочу я дать. Снесешь его к нему секретно. Ларец? Зачем? И незаметно к нему поставишь под кровать. Понимаю всю интригу. Ступай, с Богом. И не прочь я в этом деле вам помочь. Ах вы, правучи прыщелые годы. Обманом за обман плачу. Месть только будет справедливой. Я жду ее нетерпеливо. О, как я отомстить хочу. Для женской мести нет предела. Не успокоюсь до тех пор, пока изгнание и позор не испытает он всецело. Флорелла, на сердце у меня тревожно. Что ты, милый мой? Боюсь, что счастья с тобой добиться будет невозможно. О, для моей любви, поверь, нет невозможного на свете. Мы победим, брось мысли эти. Позвольте руку мне теперь. А? Да. И но если кавалеру вы руку не хотите дать, то я для танцев показать могу еще одну манеру. Держать платок за уголки. Флорелла! И хитрее обманщиков нет в мире. Не отнимайте же руки. А как же быть при повороте? На время можно разойтись. На миг от танца поторопись. А то вы день и ночь в работе. Все танцевать и танцевать, как будто больше нету дела.
И как тебе не надоело? Не стану от себя скрывать. Я к танцам прямо страсть питаю. А где такое чувство есть, ничто не может надоесть. Мне кажется, что я летаю. И я нашла свой идеал. Альберто ведь такой учитель, что кажется, пустынно жить или тот бы с ним затанцевал. Готовим мы для маскарада прелестный танец в вашу честь. Хотим сюрприз тебе поднять. Сюрприз? Я буду очень рада. И приготовить вам хочу сама сюрприз. Мне? Что ж такое? Кто ж будет танцевать? А двое. Мужчина с дамой. Я шучу. Сеньор вернулся. А? Который? Супруг ваш. Я покину вас. А что он делает сейчас? Садятся ужинать сеньоры и просят вас скорее за стол. И еще пришел слуга сеньоры, невестки вашей Леоноры. Ко мне? Зачем же он пришел? Она дворецкого прислала, ей просит жемчуг одолжить и бриллиантовую нить одеть для завтрашнего бала. Ступай, Лисену поищи. Скажи, что я ей приказала, чтобы все футляры ей послала. Иду, сеньор. Вот ключи. Ларец в шкафу, что у камина. А муж твой поспешил назад. Воображаю, как он рад отделаться от вандалина. Любезно. По себе сужу. Ты в нем не видишь превосходства и красоты, и благородства его ума. Не нахожу его красивым. Ты пристрастна. Ну что ж, у всякого свой вкус. Свой вкус ужасно плох, клянусь. Я тебе сказал... Ищи! Чего же мне искать напрасно? Шкаф взломан, сам ищи! Ну и дело! Разиня, ты... Что там за ссора? Вы не ломали шкаф, сеньора? Я шкаф? Да ты с ума сошла? Взломали шкаф, открыты дверцы, наверное, взяли вы ларец. Его там нет. Ах, мой творец! Ограблена! А! Сердце! Сердце! Воды! Подай скорее флакон. Ну, успокойтесь же, сеньора. Клянусь вам, что найдем мы вора. Наверное, в сад забрался он. Найдем? А что бы то ни стало, весь мир переверну вверх дном. Альберт, друг, найдем? Найдем. Вот как я хорошо сыграла. За мной. Могу с засадой я столкнуться. Когда ж хотите вы вернуться? Когда Флорелла повелит. Когда она уйдет оттуда, уйду и я. И чем позднее я с ней расстанусь в эту ночь, тем лучше. Не было бы худо, а вдруг приду? Ну, подожди там, за садовой оградой на улице. А будет надо, тогда на помощь приходи. Ну да, я уж лучше подежурю, да пошагаю журавлем. И в случае чего вдвоем осилить легче будет бурю. Ты верный друг. Я ваш слуга. Пока ступай. Что хочешь, делай. Пусть наслаждается с Флореллой, а мне любовь недорога. Пойду скорее в свою кровать. Меня зовут ее объятия. Спокойно там могу уснуть. Когда спустилась тишина кругом, и солнце в море лик свой погрузило, когда иное выплыло светило, и золото сменило серебром, и стала ночь сиянием одета, я не могу сдержать горячих слез. Еще цветы мне зададут вопрос, откуда же роса здесь до рассвета? Но сладко в одиночестве моем все высказать, о чем молчу я днем, чем занята душа моя всецела. Приди скорей,
зовут тебя цветы, озари мне ночь блаженством ты, сестра цветов, прекрасная Флорелла. Я же говорил, что вам искали сад. Сеньор, извольте убедиться сами. Шкаф сломан и пропал ларец. Пошли воров искать в саду. Пропало все. Бежать мне невозможно. Попробуйте укрыться вы от них. Забрались через ограду. Вор, очевидно, знал, куда пойти, где вещи спрятаны. Отсюда ясно, что кто-нибудь украл их из домашних. Так надо за полицией пойти. Сеньор, там кто-то есть. Пой! Помогите! Или первый, кто приблизится ко мне, проколот будет шпагой. Я не вор. Так кто же ты? Я прохожий. Пустись в саду. Скажи, кто ты, или кинжал мне дайте. Мне нечего скрывать. Я Вандолино. Вы здесь? Что значит? Как же вам не стыдно тайком врываться в благородный дом? Сеньор, моя любовь всему виною. Любовь? К кому? Ты, пан, успокойтесь. Пришел к моей невесте я, Флорелле. Флорелла? Дочь! Так вот, как бережешь ты честь мою. Ты не щадишь меня, забыв о добром имени своем. Вот ее записка. Подписан собственноручно ею. Ну дайте, я глазам своим не верю. Так что ж мне отвечать, Фелисиан? Что можешь ты ответить, когда на карте жизнь моя и честь? Скажи, что так. Спаси меня, сестра. Обман чудовищный. Уже ли на обман пойдет Флорелла, чтобы спасти безумную сестру? Все так. Она зовет его супругом. Сеньор, хотя и требовали мести, мой знатный род и благородный дом, но позабыть готов я оскорбление, ввиду того, что вы ее достойны происхождением и званием, так дайте руку ей, Флорелла ваша. Отец мой, подождите. Ждать? Чего же ждать? Позор семьи? Дай руку ты ему. Довольно обещание. Сперва должна поговорить я с вами. Чтоб ни было из дома моего, не сделает ни шагу Вандолино, пока не обвенчается с Флореллой. Готов быть вашим пленником до свадьбы? Ведь все равно я у нее в плену. Он благородный человек, сеньор. Сеньора! Сеньора! Это торжество! Что? Что? Найдена покража! Да что ты? Где ж нашлась пропажа? Где? Под кроватью у него. С ума сошла ты, негодяйка. Меня? Меня подозревать? А как же под твою кровать попал ларец, а? Отвечай-ка! Так вот, каков у нас танцор. Вот ты, какую пляшешь ходу. Постой. Я отобью охоту к чужому вору. Сеньор! Да нет же, он не вор! Невероятно! Не верится? Даю вам крест! Связать его и под арест! Мой бог, как это неприятно! Я докажу, что обвинение безрассудно! Довольно это будет трудно! Для тебя, несчастный плут, подозревали всех нас тут! С
скорее бежать за Рикоредо, на выручку его позвать. Отлично, ты успел удрать! Хозяин не удрал бы следом! Что ж ты не задержал, дурак? Бежал! Вот признак безусловный, что в воровстве они виновны! Отец! Тут что-нибудь не так, Альберто вором быть не может! Что тут еще за адвокат? Он, безусловно, виноват, твоя защита не поможет. Ему доверие оказал, взял в дом его, и вот награду, убью его. Отец, не надо вам пачкать об него кинжал, с позором выгнать прочь из дома, пусть все узнают, что он вор. Лореллу отдадут другому, вот к чему я все привел. А что ж того вы не связали? Так вы ведь нам не приказали. Сам не додумался, осчел. Тут не обошлось бы таской, он до зубов вооружен. Так вот чему учил здесь он, какою занимался пляской. Показывала ловкость ног, а у него искусные руки. Поплатится за эти штуки. Что же он молчит, мой бог? Теперь запляшет по-иному. Отдать мне шпагу. Не нужна в тюрьме преступнику она. Лореллу отдадут другому. Что ж вы стоите? Взять его под суд, и будет в петли танец. Уж мы с него поспустим, глянь. Она молчит. Вот у кого учиться грабежу и взлому. Идем, танцовщик, ждет тюрьма. Что мне тюрьма, что смерть сама. Флореллу отдадут другому. А сам еще искал воров, как разыграл. Невероятно красивый, благородный, статный, военной выправки каков. Но тут еще попался в руки нам злоумышленник другой. Он ждет. Сеньор, его с собой позвольте взять мне на поруки. Да, а тут пойдут другие пляски. Пойдем и кончим разговор. Весь в вашей воле я, сеньор. Я как во сне, как в страшной сказке. Позор, позор, когда узнает все ты, бан. Что же делать нам? Узнают все. Но кража, кто же тут виноват? Отец, была и кража подставной. Ему ж подбросили ларец. Подбросили? Зачем и кто? Отец. И тут виной Фелисиана. Как? Какой позор! Моя Флорелла, ты добра подумай. Все-таки она твоя сестра, она мне дочь. С тобой мы вместе должны помочь ей не утратить чести. Спасет ее один твой брак. Да в нем спасение, иначе полный мрак. Отец, теперь вы все узнали. В Альберто жизнь моя. Он должен быть моим, иначе я... Ну что же делать нам? Отец, простите, умоляю, что вам давать совет себе я позволяю. Тебе я выслушать готов. В любви ведь женщины умнее стариков. Отец, во всем доверьтесь мне. Сюда идут. Пойдем и встанем в стороне. Я о своем скажу вам плане, как можно вам помочь и мне, и Фелисиане. На балкон, лишь тебе, милая, я пою. В близких гавани корабль моей любви. Еще немного проплыви, и отдохнуть с тобой мы сможем. Спокойно сложим паруса, уже сияют небеса над гладью водной. Минула буря и гроза, и солнцу счастье и спокойно. Я как орел гляжу в глаза. Все, ступай, я все устрою. Как вы нашли мой план? Я восхищен тобой. Флорелла. Она уходит прочь. О, хитрость ты, родная дочь опасности. Привет вам, Вендолина. Сеньор мой, я у ваших ног. Мой друг, я бы мог не говорить об этом вам. Но так велит мне честь и совесть дворянина. Я буду искренен и прям, без околичностей, я все открою вам. Мы все не любим горьких истин, и правды ли к нам часто ненавистен, но все скажу вам, не тая, чтобы впоследствии не заслужить упреков.
Флорелла, дочь моя, замужеству сестры завидую глубоко, решила из дому бежать и тайно обвенчаться. Увы, не с вами должен я сознаться. Я бы это и простил. Вы мне желанный зять. С кем? С учителем. С танцором. Гузли. Что-что? Она, скажу вам со стыдом, под ложным именем ввела его в наш дом, чуть не покрыв меня позором. Хотя и говорит она, что кавалер он благородный. Но, к счастью, опомнилась она и передумала, раскаяние полна. И вот теперь рука ее свободна. Сеньор, простите, непонятно мне, как ставите меня? Вы с вором наравне? Нет, вор не он, ларец ему подкинут. Так вот, когда угодно вам, сегодня же вечером Флореллу вам отдам. Я не приду в себя. Мой бог, все мысли стынут. Ух! Нет, эта честь мне больше не нужна. Нет, сеньор, супруга Вандолино быть непорочною должна и чистою, как горная вершина. Та женщина, чья красота другого восхищала без вуали, и чьи влюбленные уста другому поцелуй, как вексель, выдавали. Нет, такой не мог бы верить я, сеньор. И каждое ее письмо, и каждый разговор во мне порождали подозрения. Моя жена должна быть вне сомнения, равна душой и красотой своей, должна быть мать моих детей. Иначе, чтоб мои сказали предки, нет, не нужны чужие мне объедки. Сеньор! Я же служил как божеству, я ей принес весь пыл любви и страсти. Все кончено, я рву ее письмо на части, и память я ней вот так же разорву. Нельзя сказать, что было мне приятно все это выслушать. Он возмущен, понятно. Ох, дочери мои! Что из-за вас терплю? Ну, что же делать мне, когда я вас люблю? Надо вычеркнуть и позабыть все цело, все неприятности. Конец венчает дело. Не выдам никогда. Сейчас же нам его отдайте. Что тут? Что тут такое? Выкрасть вора. Такие ж воры всегда. Севано, я молюсь, держись. Его не тронем мы, сеньора. Но мы должны Альберто взять, ведь обвиненье голословно. О, негодяи. Нападайте. С троими справлюсь без труда. Спокойно. Знаю, безусловно, что он не вор. А кто ж? Твой зять. Сеньор! Сеньор, на помощь! Сеньорита Альберта выпустила прочь. Бежала?
остановить, помочь? Здесь не нужна твоя защита. Красавицы, хвала и честь. Все погибло здесь в засаду. Где шпагу взять? Ее не надо. Вам это говорит ваш тесть. Я знаю все, кто вы по праву. Пора нам кончить маскарад. Назвать вас зятем буду рад. Ценю я вашу честь и славу. Такое имя для меня дороже жемчуга и злата. За мой обман такая плата. Прошу колено преклоня простить меня. За все прощаю. Вот что украли вы, сеньор. Да, истинно счастливый вор. Жемчужину я похищаю, и с нею я как крес богат. Но кто они хотел, я знать бы. Мы три танцора вам для свадьбы. Я Ригареду, милый брат. Тебя спасти любой ценой от поношения тюрьмы, хоть умереть решились мы. Они пришли сюда со мною. Твои верные мои друзья. Сеньор, плясали вы исправно, и счастье выплясали славно. А что же получаю я? Подобных верных арагонцев по правде не хватает нам. Тебе Лисену я отдам с приданым. 1000 червонцев. Ну что, плутовка, угодил? Я вам, сеньор, во всем послушна. Так награжден великодушно, хоть я, сеньор, не вам служил, но отслужу по мере сил. Так хочешь быть мне в танце парой? Ну что ж тут делать, так и быть. Вот весело нам будет жить втроем. С тобой и гитара. Мне будет весело совсем, когда сеньор и сеньорита меня простят. Ну, все забыть. Прощение всему и всем. Ты порвалась, как паутина, моя любовь, навек прости. Должна я честь свою спасти, так вон из сердца вандалина. Еще письмо. Не понимаю. Сложу клочки и прочитаю. Скорей, пишите же отцу. Он пишет письма превосходно. Блерин, я съезжу, коль угодно. Все горести пришли к концу. Не смел я ждать такой развязки. А что сказала я тебе? Я верила своей судьбе. Прощай, интрига, письма, пляски. Теперь меня своим зови. Я на всю жизнь тобою нанят. И твой учитель танцев станет учить тебя одной любви. Сеньор, за мной не станет дело. Дай руку мне, моя Флорелла. Теперь на радостях я вам урок последний преподам.